熱やな、私は。Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Hello. Здравствуйте, Манишма. Как спортивные успехи? Привет. Девчонки, хорошо выглядите? Галка, шалом, шалом. Здрасте, дяденька. Приятного аппетита. Мы не помешаем? Здравствуйте, Вера Кирша. Ну вот давай, Миша. Сиди, смотри, как красиво. Ягодки покушаем вкусные. Пей, пап. Ну-ка. Ну, давай. Ну? Ну, давай, рот-то открывай. Ну, ты смотри, сволочь какая, а. Я такие ягоды ему дорогие купила. Через весь город перла, а он даже рот не открывает. Он, наверное, не хочет. Господи, не хочет он. Папочка, ты пьешь? Ой. Я почту проверила, все работает. Что это вы такая нарядная? У вас праздник? Праздник, юбилей. 50 лет жизни вот с этим мучителем. 50 лет моих страданий. Теперь-то ваши страдания закончились. Вы, можно сказать, дома цветете, а он в доме престарелых живет. Ой, Галь, спасибо, что я не в сумасшедшем доме живу. Ой, ведь чудом меня до психушки не довел. Ну, давай. Давай еще поедим. Давай. Ну. Давай. Жуй. Еще одну, давай. Вкусная же. Ой, господи. Ну что ж ты делаешь-то? Ну ты подумай, а. Всю рубашку изгваздал. Ой, кость ты мою. Галь, ведь жили-то в бедности. Ну не в нужде, конечно, но в бедности. Как мышь церковная. У него на работе-то гроши платили. А взяток он не брал. Принципиально гордый. У них всем на работе гроши платили. Но люди-то умные. Они и машину купили, и дачу, и на моря ездили, и шубы норковые женам покупали. А я его упрашивала мне лисью шапку купить. 3 года упрашивала. Так нет, он сказал, я уж чего решил, так оно и будет, принципиальный. Так и ходила всю жизнь в кроликовой шапке, позорилась. Вера Гершина, вы всегда могли от него уйти. Развода, кажется, никто не отменял. Конечно, могла. А как же? У меня была и фигурка хорошая, и ножки, и грудь. Ко мне мужики, ты знаешь, как липли? Где увидят, там и пристают. И я на комплименты отвечала. Увлекалась. Но так встречаться в отдельности не хотела. Нет. Я... Приду на свидание, смотрю из-за угла, как он там стоит, мучается ухажер, никудышник. Папа, папа! Ладно, нам пора идти. Галь, поздравляю вас с юбилеем. Подожди. Я же шампанское принесла, купила хорошее, советское хорошее шампанское. Выпьем? Выпьем. Папа. Не выпьем. Ну, хорошее шампанское, советское. Советское. Что это вы экономите? Вы же немецкие выплаты должны получать. Там, кажется, прилично набегают. Ага. Чёрта с два. Шиш с маслом от этих немцев получишь. А все вот из-за этого. Он, видите, гордый. Отказался от выплат. Тайком от меня. Там же они присылают пустые бланки заполнять. Так он им такое написал. Говорит, идите вы нафиг со своими фашистскими деньгами, фрицы несчастные. Представляешь? Я там последние трусы штопаю, а он со своей гордостью. Ну, Галь, ну давайте выпьем, повод какой. Спасибо, ну, пожалуйста. Мы такое не пьем. Ну, пожалуйста. Всего доброго. Папа! А, Авихай, и Бахурчик, иди сюда. Иди сюда, Бабакаша. Бабакаша, давай, открой.
Мазе, машаем. Открой, открой. Шампанья. Давай. Вау. Мазе. 50 лет. Хатуна. А, хатуна. Хамеш шаним бияхад. А за тем трим, а тем, а? Наливай. Малик. Вау. Окей. Окей. Йофу. Малик, тиште, тиште. Тиште шампанья. Он шампанское-то никогда не любил, он всегда водку любил. А. Если уж он что решил, то так оно и будет. А если уж что ему понравилось, то это навсегда. Он так и на мне женился. И никогда, между прочим, не изменял. Это у него принцип такой. Если уж увидел, что хорошее, то хватай обеими руками и не отпускай. Да? Яла, мазал тов, лехаим, лехаим. Лихаем. Шли тополя по придорожью, ветрам зимы обнажены, но маленькие листья дрожью напоминали сон весны. Мы шли, глядя друг другу в очи. Мгновенья делались короче, и в мире были я и ты. Когда, забыв о дольнем крике, в пространстве две души летят. Нельзя им чувствовать иначе, обменивая взгляд на взгляд. Выпьем. Не надо, Марик, не надо. Ты же не любишь шампанское. Не надо, не пей. Не надо.